прошлой неделе клуб «Рай» представил уфимцам самую цветочную вечеринку года – Flower Power. «Рай» превратился в оранжерею фантастических растений в весеннем калейдоскопе красок, яркого цветочного боди-арт, декораций и костюмов. Безумство нежнейших ароматов моря ярких цветов скружили голову гостям клуба. Впервые в Уфе было шоу «By Margai». Приятным сюрпризом для каждого стало и то, что прошла презентация весенне-эротического музыкально-циркового мюзикла под руководством известнейшего Сергея Маргая. Гибкие тела, переплетенные в невероятных акробатических номерах, жаркие танцевальные постановки, невероятная и завораживающая режиссура, зажигательная энергетика эротического мюзикла, откровение души и тела только в самом райском клубе города и только для вас.